Сегодня открылось 56-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. На этот раз руководители железнодорожных администраций собрались в Москве. Российскую делегацию возглавляет президент РЖД Владимир Якунин. На повестке заседания широкий круг вопросов. В частности, нормативы графика движения поездов на 2013-2014 годы, тарифная политика и многое другое. С подробностями с места событий наш корреспондент Кирилл Труфанов. Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества собрал в этом году около 200 представителей из 18 стран. Это не только руководители и работники отрасли, но и государственные чиновники различных уровней, а также сотрудники крупных частных компаний. Открыл встречу президент ОАО РЖД Владимир Якунин. В своем приветственном слове он особенно отметил, что мероприятие проводится в год, когда отмечаются сразу два крупных юбилея. 175 лет российским железным дорогам и 20 лет согласия. Основания самого Совета. У нас сегодня праздник. Праздник не только у нас, праздник у наших правительств, у наших государств. Праздник в СНГ. 20-летие Совета по железнодорожному транспорту. Не хвастаясь, мы можем сказать, что со всех уровней государственного и межгосударственного управления мы получаем реакцию, позитивную реакцию на ту работу, которую мы осуществляем в рамках Совета по железнодорожному транспорту. Совет продлится два дня. Помимо открытых и закрытых пленарных заседаний, запланировано проведение круглого стола на тему реформирования железнодорожной отрасли, а также различных семинаров и экспертных советов. Также в программе значится и посещение культурных достопримечательностей российской столицы и церемония награждения участников заседания.